Величественный заснеженный пик Эвереста, затерянные в горах каменные монастыри и резиденция Далай-ламы. Кто из нас не мечтал хоть раз подняться на горные вершины Гималаев и своими глазами увидеть самые сокровенные тайны Тибета? В Тибете, городок Лхаса, вот этот вот храмовый комплекс, посмотрите, он состоит из двух частей. Белый храм, фотография. Да, вот самая верхняя фотография. Вот. И, конечно, там кто жил? Кто у нас на Тибете живет? Самый главный. Открывшаяся в Центральной библиотеке фотовыставка «Гималаи Тибет» дает возможность взглянуть на прекрасные фотографии Эвереста, монастырей и людей, которые живут в этих местах. Сотрудники библиотеки проводят интереснейшие экскурсии для всех желающих. Это почти 9 километров. Представляете, гора? Вот. Но это самая высокогорная точка земного шара. Экспозицию и все материалы библиотеки предоставила международная общественная организация «Центр духовной культуры» из города Самара. Коллеги нам предоставили несколько фильмов про Гималаи и Тибет. Фильмы интересные очень, про восхождение, про красоты гор. Ася Ружицкая вместе с дочкой Варварой пришли в библиотеку за книжками, а попали на экскурсию и ничуть не пожалели. Виды потрясающие. Вот монастырь такой, мы даже не знали, что он есть. Это, конечно, мечта побывать на Тибете. Мне понравилось. Вот, честно, вот не ожидала такое увидеть. А что тебе больше всего понравилось? Эверест. Вот я люблю горы. Экспозицию можно увидеть до 31 июля. Советуем заранее записаться на экскурсию или приходить в библиотеку группой от 3 человек. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.